щучьему велению, по моему хотению, думаю, эти слова произносил каждый рыбак, который держал в руках красавицу-щуку. Но это, к сожалению, только присказка, а сказку, кулинарную сказку, покажет вам сегодня канал «Охота и рыбалка» и программа «Рыбный день». Щука, пожалуй, одна из самых распространенных и желанных трофейных рыб на наших водоемах. В середине прошлого века эта рыба считалась одной из самых дорогих и самых вкусных. И даже сейчас в некоторых странах блюда из этой рыбы считаются очень редким деликатесом. И сегодня мы будем готовить с вами фаршированную щуку. Возьмем вот такую практически трофейную красавицу. Она весит почти 2 килограмма. И для того, чтобы приготовить вкусную фаршированную щуку, нам еще понадобится лук, оливки, куриное яйцо, молоко, растительное масло, белый хлеб, соль, перец по вкусу. Для начала, конечно же, щуку нам нужно почистить. Когда она свежая, делать это не очень сложно при помощи каких-нибудь интересных приспособлений. Так, существует несколько видов ножей для чистки рыбы. Это магазинный вариант. Ну, а вот это самодельные такие штучки, которые достались мне по наследству. Сейчас мы начнем чистить рыбу. Лучше делать это под углом где-то 45 градусов. Тогда чешуя снимается гораздо проще. И щука готовит очень большое количество блюд. Фаршированная, жареная, отварная, сушеная, маринованная. Всегда эти блюда вкусные и конечный результат тоже очень впечатляющий. Мы почистим щуку. Потрошить мы ее не будем, потому что мы попытаемся снять кожу чулком. Так, я почистила чешую, и сейчас я промою эту рыбку под проточной водой. Я почистила и тщательно вымыла щуку. И сейчас мы будем снимать с нее кожу чулком. Для того, чтобы снять кожу, нам нужно аккуратненько подрезать вначале по кругу само мяско. Старайтесь, конечно, не повредить кожу. В любом случае, всегда ее можно зашить, но если вы снимете это все аккуратненько, то после приготовления сама рыбка будет выглядеть более аппетитной. Так, нам нужно перерезать аккуратно позвоночную кость. Я, пожалуй, воспользуюсь ножницами, чтобы случайно не разрезать кожу. У нас все получилось. Аккуратненько подрежем косточки и мясо. Предварительно, конечно, можно было бы вырезать плавники, но тогда те места тоже придется зашивать. Я думаю, что будет достаточно. Отрезаем около хвостика тушку. Я при помощи ложки, видите, у меня осталось такое довольно большое количество мяса. Я при помощи ложки его соберу. И пригодится нам для фарша, которым мы будем наполнять рыбу. Щука, пожалуй, самый известный персонаж фольклора, причем не только русского. Существует множество басен, легенд и сказок, и все они чаще всего наделяют нашу героиню особенными чертами. Щуку, как символ силы, богатства, скорости и уверенности, использовали и используют в геральдике территориальных единиц и населенных пунктов России и стран Европы. Изображение щуки можно увидеть не только на современных отечественных и иностранных гербах, оно также встречается на средневековых фамильных эмблемах и флагах. Выворачиваем аккуратно получившийся чулок из щучьей кожи. Вот. Смотрите, у нас получается вот такая вот целая, здесь я немножко отрезала плавничок, кожа щуки. Мы ее пока откладываем. И сейчас нам нужно снять мясо с самой тушки. Здесь остались внутренности, удаляйте их обязательно. И я, пожалуй, еще раз промою. Мы продолжаем срезать
филе со щуки. Большие косточки можно удалять. Но в любом случае, если мясо измельчать тщательно, то в готовом блюде они не будут совершенно ощущаться. В голове у щуки, я думаю, знают многие рыбаки, находится такая хрящевидная крестообразная косточка. И во многих странах она является оберегом. Ее высушивают, носят с собой. Считается, что она излечивает от болезней, бережет от разных неприятностей, приносит удачу. Я немного его измельчу, порежу более мелкими кусочками. Сложу в чашу блендера. Но, повторюсь, вы можете измельчать мясо через мясорубку. Так. Выкладываем мяско. Пока его отставим. И займемся приготовлением других ингредиентов для начинки. Нам понадобится лук. Мы его не будем мелко измельчать, а порежем такими кусочками, потому что в любом случае мы его обжарим и потом уже будем измельчать вместе с рыбой и хлебом. Я возьму сковородку. Вливаю растительное масло. Совсем немножко. И выкладываю туда лук. Пока он будет обжариваться, мы размочим белый хлеб. Обрежу корочку. Она нам не понадобится. Можно использовать для фарширования не только белый хлеб, размоченный в молоке. Вы можете просто добавить сухари. Добавить немного манной крупы, но мы делаем такой классический вариант, поэтому просто измельчим хлебушек небольшими кусочками и зальем молоком. Будет достаточно 5 минут, чтобы он размок. Поставим сюда, помешаем лук. Лук не нужно сильно зажаривать, потому что...